ДНР ответили на обвинения в применении лазерного оружия. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике ДНР отвергли обвинения украинской стороны в применении ополченцами лазерного оружия. Об этом сообщают РИА Новости. «Это полный бред, такого вооружения у нас точно нет», — сказал агентству представитель ДНР. Госпогранслужба Украины 29 марта заявила, что обнаружила в Донецкой области признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения. Один из пограничников получил ожог сетчатки глаза на посту Маринка. Характер поражения позволяет сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров, утверждает украинское пограничное ведомство. В марте 2018 года президент России Владимир Путин объявил о разработке боевого лазерного комплекса. Кадры, где запечатлено это оружие, показали во время послания главы государства Федеральному собранию. Установка получила название «Пересвет». Украинская госпогранслужба в 2016-м заявляла, что из-за российского лазерного оружия повреждения глаз получили военнослужащие Краматорского пограничного отряда, которые через оптику наблюдали за неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. В том же году Минобороны России объявила о принятии на вооружение отдельных образцов лазерного оружия. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся. Предыстория. Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием. Перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.